я рада приветствовать вас на моем канале. Сейчас у нас время заготовок и консервации, и сегодня я решила приготовить острую аджику с яблоками. Для приготовления острой аджики с яблоками нам понадобится 2 килограмма помидор, 1 килограмм перца, 1 килограмм моркови, 1 килограмм лука, 4, желательно взять зеленых, но у меня желтых, яблока, острый перец у меня 3 стручка, 2 головки чеснока, 2 столовые ложки с горкой соли, 4 столовые ложки сахара, 100 мл 9% уксуса и 200 мл растительного масла нерафинированного. Итак, приступаем к приготовлению вкусной аджики. Так, все овощи и фрукты, яблоки я уже помыла и приготовила, чтобы прокрутить на мясорубке. Первым я прокручу это чеснок, потому что мы будем добавлять в последнюю очередь. И по отдельности сейчас прокручу помидоры, перцы, лук, морковь и яблоки. Кроме чеснока, чеснок мы добавим примерно за 10 минут до окончания варки аджики. Это сейчас все я хорошо перемешаю. Добавлю сюда 2 столовые ложки с горкой соли и 4 столовые ложки без горки сахара. Еще раз хорошо все перемешаю и поставлю вариться на 1,5 часа. Сначала он у меня хорошо, аджика закипит, потом я убавлю огонь и на медленном огне буду варить 1,5 часа. Тем временем я простерилизую банки и крышки приготовлю. Итак, за 15 минут до окончания варки я вливаю 200 миллилитров растительного масла и 100 миллилитров чуть побольше и 100 миллилитров 9% уксуса. Сейчас все это я хорошо перемешаю, и еще мне это проварится 15 минут. Вот такая вкусная острая аджика с яблоками у меня получилась. Я надеюсь, мой рецепт вам понравился и вы его оцените. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего, приятного вам аппетита!